Я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Концерт прошел в уютной камерной обстановке. Провели его Вера и Дмитрий Царенко, артисты ансамбля «Русские виртуозы». Благодаря им публика под аккомпанемент гитары и домры погрузились в чарующий мир есенинской поэзии. Музыкальное сопровождение заслуживает отдельного внимания, ведь каждое выступление проходило под специально подобранную тематическую музыку. Основным лейтмотивом концерта было желание исполнителя показать зрителям нового Есенина, открыть все грани его творчества. Каждый концерт для публики – это открытие Есенина. То клише, которое, в общем-то, у нас так как бы принято, Разудалова, там, пьяницу, алкоголика, там, скандалиста. Он и сам в стихах об этом говорит, что это такая дурная слава о нем пошла. На самом деле за 10 лет столько стихов написать невозможно, быв все время, так сказать, в кабацком чаду. Вот. Поэтому хочется вот рассказать о Есенине, о величайшем нашем русском лирике. В программе концерта композиции по есенинским стихам разного периода. Отношение поэта к новой России, его путешествие в Америку, воспоминания о бабушке и матери, встречи с актрисой Августой Миклашевской. Вот лишь некоторые моменты, на которых остановились Вера и Дмитрий Царенко. По окончании концерта благодарные зрители и почитатели творчества Сергея Есенина с радостью делились своими впечатлениями. Прекрасные впечатления. Любим Есенина, но сегодня потрясающий концерт. Что там, может быть, новое узнали сегодня? Вот стихи новые прозвучали, непривычные, нетрадиционные. Мне очень понравилось вот в их исполнении стихи Есенина. Это просто великолепно. Праздник души. И это действительно праздник для души, ведь каждое стихотворение Есенина проникнуто любовью к России.